Скажи, пожалуйста, почему все-таки тоже при обилии моментов не смогли сегодня победить? Немножко не хватало хладнокровности в конце. На самом деле мы как бы серьезно настраивались на эту игру, потому что первое наше выступление на Кубке закончилось откровенным позором, я бы так сказал. Поэтому сегодня настроились хорошо. Не хватало немножко хладнокровности. Мы не сделали ставку на то, что вратарь достаточно у соперника у Империала был рослый, длинноногий. Немножко нам не хватало хладнокровности. Очень часто били в него, очень часто не забивали свои моменты. Я бы сказал, нехватка где-то мастерства, где-то хладнокровности, где-то везения. Тоже, поэтому как-то так объясню незабитые свои моменты. А почему первыми пропустили, как считаешь? Мне кажется, что мы очень здорово вышли, но здесь в мини-футболе на самом деле очень много решают собственные ошибки. К сожалению, так получилось, что разыгрывая последнего, защитник отдал поперечную передачу, соперник перехватил, состоялся выход 3-1, и у игрока соперника было очень много возможностей принять различные решения, как пробить поворотом, так и отдать передачу. Он выбрал очень мудрое решение, пробил, и, к сожалению, мяч полетел прямо между ног, я не успел сложиться, так как очень близко был, поэтому, к сожалению, не смог помочь команде. А были готовы к тому, что соперник будет катать плевого пятого? Да, совершенно верно. Мы ожидали то, что соперник будет играть пятого, поэтому сразу на установку от капитана команды Тимура Халисова последовало, чтобы мы логично стали сзади и ждали контрвыпадов. И я бы сказал, что мое мнение, что мы очень здорово справились с этой ситуацией, потому что вратарь нам не угрожал. Мы очень здорово стояли позиционно каждый, поэтому я считаю, что с установкой на то, что Империал будет катать пятого плевого, мы справились с этим. Ну вот если отталкиваться от первой игры, от сегодняшней, как вообще оцениваешь сегодняшнюю игру по сравнению с предыдущей? Очень положительно. То ли сказалось то, что очень громкое имя было у соперника, мы играли с командой из премьер-лиги, то ли, ну и в том числе собственные какие-то выводы сделали после первой игры, поэтому мы очень здорово сегодня вышли. Конечно, если в целом говорить об игре, то были моменты, когда и нам повезло, соперник несколько раз обстрелял нам каркас ворот, но в принципе очень самоотверженно, очень уверенно. Такое ощущение, что мы как бы вышли против команды, которые знали, как она будет играть, и поэтому соответствующие как бы решения на матч приняли, и в итоге я считаю, что ничья — это более чем справедливый результат и более чем положительный для нас. Ну вот, а в свете именно игры в группе, как ничья, да, если, как для вас? Да, совершенно. Если оценивать наши перспективы дальнейшие, то, конечно, у нас сейчас одно очко, и даже дальнейшая наша победа против команды Шашко не даст нам 100% выхода. К сожалению, мы сейчас поплатимся за то, что первый матч очень много пропустили, поэтому разница мячей будет играть большое значение. И Шашко, естественно, несмотря на то, что у них сейчас тоже в активе есть одно очко, и они будут мотивированы не меньше нас, поэтому, к сожалению, каждое выступление, в чем особенность таких скоротечных турниров, что каждое выступление в группе обязывает играть достойно, обязывает играть хорошо. Мы первый матч проиграли, и поэтому очень осложнили себе положение. Но в любом случае наша задача — победить следующий матч, набрать 4 очка и уже смотреться достойно. Получится выйти, не получится. Ну, посмотрим, как сыграет в том числе Империал с Багдуновичем Мафией. Все, спасибо.